Всем рыбацкий салам, друзья и гости канала. В общем, выехали на вечернюю рыбалку покидать спиннинг. Сегодня я с Виталей, он там чуть дальше уже ушел рыбачить. Кинули буквально по три раза, пока тишина. Рыбачить я сегодня буду вот на вертушку, пятый номер. Потом буду пробовать ложку, там силикон. Если клевать не будет, будем пробовать, экспериментировать. В общем, жара 44 градуса весь день. Сейчас чуть-чуть более-менее тихо стало в плане погоды. Сразу решили поехать. Ну, пару часов, думаю, у нас есть, покидаем. Еще важная новость, друзья. Пока временно мы без ноутбука, так как он сгорел на работе, так сказать. Ну, он офисный, для этого особо был не предназначен, чтобы монтировать тяжелые видео. Так что сегодня... Если мы ловим, мы это видео по-любому выкладываем. А вот когда выкладываем, я не знаю, постараемся как можно раньше починить ноутбук, если это возможно. Так что оставайтесь с нами, не сильно не теряйте особо нас. Давайте дальше посмотрим. Ну, Виталя улов свой покажет. А проезжали тут отдыхающие, говорят, змеи тут, смотрите. Что это за змея? Уж. Да? Левую шкуру покрасили. Как вот верно. Угу. Ты живой. Все, в жуху кинулся, прикинь. Из лова пока вот только уж. Че, даже ни разу не ударил? Ну там пару месяцев. Есть. Обкидали мы этот плес с Виталием. Ни одной поклевки. На улице до сих пор, да, душно. Ветер даже не спасает. Сейчас туда переедем дальше. Первый плес по лужам походим, покидаем. По над речкой вот так поедем. Сможем. Виталя говорит, где-то здесь должен быть родник. Можно водички попить холодной. На улице душно. Если найдет, сейчас будет отлично. Сейчас попробуем по вот этим лужам покидать. Дальше первый плес. По первому плесу пройдемся. Если он не зарос, конечно. Буду кидать вот такую вот рыбку, офсетный крючок. Минимизировать зацепы, так сказать. Че, Вита? А, он уже все. На ремонте. Бара какая. Барсук, сурок, кто это? Ну, друзья, что, спиннингом зацепили. Сеть и щука. Да, и птицы он расклевали. Есть! Вот он!
Щучка, да не? Небольшая. Да, да, Виталий, доставай. Давай, 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 вот она лежит. Вот она. Смотри, не шугни. Бля, съебалась. Виталий, ты рукожопа. Ё-моё. Блин, вытаскивать этим спиннингом вот так вот прям в наглую опосян, он такой жидкий. Так что, да. Зато в этот раз я не забыл про этот, как его? Скажи, я скажу. Затягиваешь, фрикцион. Ну как сказать, и не возле берега, и не на середине. Надо, наверное, делать, как я раньше делал. Как? Ёбнул, спиннинг, залез, в смысле, залезку и на берег побежал? Пока вот это дотянет нас. Где? Ну? Там сетка, может? Браконьерничает кто-то? Была поклевка? Угу. Возле берега? Со стороны ёбнули. И даже не ёбнули. Не слышно было, когда-то дрезвили. Значит, не накололось. Кидай туда же. Мошка противная, жару дает. Есть, есть, есть. Прям в траве ударила. Хорошенькая. Пойдем помогать, Хавазе. Дома? Сколько на скидку? Килошник смело. Килограмм будет стоить. Да? Да. Вот она. Еще и запутала мне все. Красава.
Ну все, этот лягушатник будет крайнее наше место, потому что мы вот уже возле поселка. В поселке там вообще болото. Сейчас обкидаем здесь эту лужу и будем заканчивать, собираться домой.